Кощун, я думал, ты поймешь. На шамана заходи. Леха, ты где? Он на полчаса отошел. КХЗ выезжает из отпуска. Кто-то остался у этого. Шкафу присунуть. Сам. Просто спиздил колбу. Змею ее. За место. Ты? Да. Ты? Да. Ладно. Блин, поставьте какую-нибудь нормальную песню. Сейчас я поставлю, кончится мне. Это была провокация. Ты у всех спросил, так что нормально. А, у нас не урок. Ну ты не на роге пока. И ты танк стал. Потом никто это крикнется безумно, брат. Да, ты же крикнешься безумно. Чмо. Кто? Мне кажется, такими темпами жадница на своего ДК зайдет. Зачем? И будет им танчить. Ну, да. Я могу танчить, да. Я сильный. Чисто все танки заебались танчить такие. Блять, пусть пекаются. Маленький-то ты будешь. Я не знаю, я им еще не проверял. Ой, дрон, ой, в жирных типах. Да тебя не будут пробивать. Не, пробивать-то не будут, ну, в смысле, агро 25к ДПС. Не знаю, удержать. Ух ты, сил он доказал. Я откуда знаю, не смотрю вообще. Я ты не против, потому что у меня там и наруча с ребра нету, даже с обычки. Да, вот как раз какие-то. Просто не смогу как безумно, безумно вообще леди даже под стаками танчит. Уж ты напуливаешь. Дима, там Яна Чуприн надолго ушла, что ли? Да, вон вчера я меня на не было. Как она раньше ходила только с понедельника по среду. Нет. Я вчера на этих четырех мобах не было, и я видел, что там было. Хайтон это уже работает. Не, Хайтон не работает. Ну, он мне написал, что он на работе сидит, и если будет в рейде, то такой АФК. Не, он, наверное, хотел сказать, что работает Яна, и поэтому он не будет в рейде, будет АФК стоять до Лоране. Пока это Яна работает. С Яной. Нет, Яна на работе. Понятно. Не, ну как бы одно другому не мешает. Ты это им расскажи. Чем им рассказать? Это ловушка активирована. Я пришел, и ловушку кто-то запустил. Я думаю, это совпадение. Ты думал, я потанчить. Зевис, какой у тебя есть кукол?
Лада пока что в ДЦ, серп пока что в рейд. Кощун на шамана. Дайте я по МТшу. Ему убить. В смысле, у тебя наши танки будут агру срывать? Чисто просто КФК постоят, хз. Чисто танк. Чё, до тебя напуливать? Да. Данич, ты там это, не бей, хорошо? Все, я, короче, вот соло остался. Все, готовьтесь веселиться. Да он тебя убьет, ты чё за рассекашки? Да без базара, безумно, ща я затанчу. Готовьтесь веселиться. А чё я такой тонкий, типа, я же в РБК даже толще был. Пока 5% баф. Чё там по примке у меня? 6 часов нормально. Дайте рыбу. Продадру. На 200 голды твои. Ну, так. Вот он рыбу. Давай. Безумно, ты куда спекнулся? Ну тут в одного танка не получится. Почему? Потому что он рассекающим двойной урон будет тебе бить, если ты в одного будешь танчить. Ага. Тебе будет безумно. По 60к будет прилетать. Скарчик, да. Ты еще хилов пугаешь, он хилы уже это как покинуть корабль. Карчик, короче, думай, часть команды, часть корабля, все. Просто я вдвоем такой. Сейчас я тебе дам дефлас. Фига всего один стак. Обмен кинь. Ну я натурю на путун. Так что первые секунд 10 он точно потанчит. С меня. Ё-моё. Ты главное доживи, пока я настакаю супер удар, чтобы я еще раз напулил. Не, скилл, на это так и рассчитано, что ты сорвешь с пула, ты сдохнешь, и побуду минус ЕП. Тунги минус ЕП. Ну вообще-то Тунги, он же сказал, что он справится. А это их проблема, то, что они не могут. Я уже с ГБ спиздил, так что... Да, блять, инвентарь. Ты можешь не багаться? Тебе тоже инвентарь багается, да? Да, это пипец. Фиг откроешь, да? Да ну... Да, блять... Сука, аддоны какие-то стоят, у меня без аддонов нормально. Сюда ходи. С аддоном. Блин, я уже фласку выпил. А чё, хазур зашёл, я чё-то не видел. Пати, кинь ещё раз. Кушай. Случайно отказался. Окей. Ты не отказался, ты просто ливнул. Просто корабль покинул. Вот ты меня видел, то, что я типа танчу. Ливнул. Блин, лучше бы я купил этих стриптизёрш, а не петр. У меня есть это, и эти есть. Конечно, лучше. И накидка просто... есть, и пет. Ой, этот... Пет для коллекции, а стриптизёрш для души. Есть рыбу. А, у тебя есть. Вообще, по... Да, блядь, дай вы... Ёбаный инвентарь. Давайте уже. Че, че провели? Тебе готовы? Сейчас подожди. Пизду. Да. Поменяй. Как что, знаете, как вырезки ща. Я поменяю. Подожди, говорю, я
Нормально. Блять, искал, подождите. Я камни не поменял, эти. Геру. Панельки не вынес. Ебаный, блядь. Фига я жирный. Эй, безумно, дай игру. Я суперударную на пол сделал. А чё это за сова на втором этаже? Втором этаже. Шипа. Вихрь, это след босса сейчас будет. Шипы заливайте, вихрь. РДД по шипам играем пока что. Уже выходим. Сатокс, мастер на фрост. Это шлен босс. ЧП, 2 секунды. Гимн на ХП, Галя. С под морды уже уходить. Вытаскивай его, а? Под босса. Шипы. РДД помогли, шипы пока что. Веселее по шипам, милишники. Все же будут второй вихрь, а ваши шипы, блядь, постоянно стоят. Вихрь отошли. Два вихря. Успели убить до второго вихря. Минус ЕП. Спасите охотника. Не спасем. Безумно вот без шипа, а больше нет. Да ебаный. Я вас запомнил. Спасите меня, я мой. Блять. Начислить г. Чё, блин? Чё с Тимодоном? Все хорошо, а дома хорошо. Просит меня начислить ГП. Так, ну безумие отдаем, да? Да. Так, ща. Слушай, а ты начисляешь по макросу? Нет. Ну, нет. Минус ЕП, да. Слушай, если скинешь потом макрос, то, блядь, неудобно так будет. Блядь, да задолбал он своим ГП, как тут брать? Так, серп. Пока что на замену. Лада в ШП. Херня сраная. Или, подожди, Сайбот, ты тут? Мне надо знать. Ну все, значит, у Лады. Спекайся. Ну, молодец, Данич. А вы хорошо. Что он такое сделал, что ты его похвалил, или это сарказм? Мне... Details PM скинул. DPS мой. По шипам скиньте. Вот вы мне не скидываете, а он скидывает. Тунга на этого босса. ДД, Даня, танк. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила знает границы. Сломить его, откажется повиноваться, будет уничтожен.
тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Аня! Ань, ты здесь? Селинель! Сельдерей! Нету ее тут. Она в ком идет, ДЦ или в холике? Она в ДЦ в спекнице. Может, давай до холика пройдемся, попробуем? Так я понимаю, что от хила будет дохуя. Так абсорба нихуя не будет. Не, ну чё ты хочешь? Чё, я посижу на боссе, пожалуйста. А, сфера обезьяны. А, я лут не поменял, господи. Дима, ой, Рагнадру. Сокровище пропадает. Блять, так как это убрать? Пока на боссе сидеть. Ну я просто как бы. И не важно. Рыбаешься? Давай тогда в это, в протики хиль. В чем да, проблема? Кстати, на рыбу тогда. Саппорт. Ой, ты чего ты спекнулся? А что, не надо третий там? Не, здесь надо. А чё, давай попробуем два холи балла пройти? Ой, два холи креста. Ну хильте два холи мне. Она уже не хочет спекаться, всё, ДЦ едет. Предательница. Так, 1-3 лево, 2-4 право, по контролям, понятно, контроли 4 друида, Сибелла можешь отдыхать в стороночке и курить, но если сову законтролит, то поможешь. Что касаемо второй фазы. На трэше Саток, Сату, Енот, Зевс и Тунга. Нет, нихуя не Тунга, Астрали. На трэше Тунга на боссе, Безума на боссе. Косты не забывайте сбивать. Скарчик помогаешь. От духов отходим. У Лады, если что, там масс рассеивания готовь, когда стрела она юзает. Диспель. Это за луком. В принципе, все. Все готовы. Полетели. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Трэш вышел, играем по трэшу. РДД. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Контроль 5 секунд, пухи сняли. Лазер контролю. Блять, стан кинул. Помощники 2 секунды. Вышли помощники, играем по помощникам.
веселее. Пухи сняли, милишники. 5 секунд контроль. Готовьте ферят блоки. Меня законтрольте. Дают по себе контроль. Как с контроля выходят, сразу Геру. Гера пошла. Контроль, блять, контроль. Трэш, 6 секунд. Трэш сыграли, в трэш все сыграли, не бьем босса. Трэш. 5 секунд контроль, пухи сняли. На мини контроль. Чё кин? Переводим босса, вниз его. Дистанцию друг от друга набираем по площадочке, распасовываемся по трэшу там играть, кому назначены. Духи возле трэша, один возле трэша дух. И один на где был босс. Двигаем жопами, двигаем жопами. Не стоим. Контроль 5 секунд, пухи сняли. Духи под боссом, духи под боссом. Милики, отошли. Готовимся контролить. Сатокса контроль я. Духи под контрольными. Сибелла, подними лазера. Это лок Брожден. Духи. Забафайте потом лазера. Мелизона. 300 баф по лазеру. И каску дайте ему. Дух под боссом, дух под боссом. И со спины рейда там осторожнее, ВШП на тебе вроде бы. Контроль 5 секунд, пухи сняли, милишники. Контролим. ДЦ кон... ладно. Дух, осторожно. В центре духи, 2 центра дух. Скилл, скилл, сбрось. Каст. Есть чем скинуть скилл? Глыба, хуиба. Духи, центр. Духи, 2 центр. Духи, 2 центр. Контроль 5 секунд, пухи снимаем. Духи. Леджек, даю тебе. Контроль. Меня за контроль срочно. Блин, сейчас. Кину. Духи на лестнице возле босса. Выводи босса оттуда, выводи босса оттуда. Дух центр. Духи, дух центр. Дух, в милизону бежит дух. На трэш бежит дух. Контроль 5 секунд. Дух в центре. Контроль, готовимся давать. Джек даю. Отойди оттуда, лазер, лазер. На дух. Рядом. Каст. Милишники, играйте только по боссу. Два духа центр, два духа центр. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Так. Сейчас. Если надо, вылить.
Ладно. Енот, ну, Сэй, ну, тогда же сам иди. Блять. Чего? Мурпех. Понятно, мурпех. Гордый владелец яйца Мурлока, кстати. Ну да. Гордый, блядь. Верни Мурлоку его яйцо. Своих, что ли, мало? Своих яиц. А чё вы чужие яйца кидаете? Тунга-пингвин ты будешь, что ли? Чё, блин? Ты в настройках просто сделай, чтобы не начислять. Там отключить систему ГП. Чё, он слоймастер? Эй, оказывается, отдельные настройки есть. Запускай. Чё? Корабли уже, что ли, там? Да. Ну подождите, ё-моё. Мы уже улетели. Ну, блядь. А чё ты не кричал, чтобы да это... Да в смысле? У меня полёт не такая быстрая. Можете шкаф поставить? Ну я мог бы сумануть тебя хотя бы, но сейчас тебя уже не суманёт никто. Да куда ты тыкнешь, лазер, ты что? А ты попробуй. Тунга, спрыгни, может на корабле появишься. Там в ледяной короне. Я вот подлетаю только. Можешь успею зайти, хз. У тебя же голос есть, мог бы это... крикнуть. Все без топорика. Я сейчас, как всегда, успел зайти, топором. успел. Ты с лича топорик заберешь. Полторашка топорик с лича не падает. Он входной. Полторашка топорик. Я успел. Опа, а я на корабле. Ну-ка, ну, вот дайте, дайте БР, что? Дайте БР. Да тебе и так... Нет. Блять, будет этот лут. Ну ладно. На корабле под кораблем. Зевс, скажу так. Говно твой топор с луча. Так вот, чисто по секрету. Всё. Прям Гринфорум Блан, короче. Прям да, говно. Ты, кстати, узнал какой-то ВДК, как дамажит? Да нет. Ну я примерно понял, типа, он из пагубы очки убрал, типа, в этот... Мак вышел. Пуха сжайный Зевс. Это типа альтернатива такого же это. Такой же пухисорка, только там статы больше урона. Или с пухой сорка можешь ходить, типа. Типа, все. Там хоста, алё, типа, зачем тебе хоста на хоста, скажи мне. Как любому милишнику она нужна. Что она просто дает, кроме так спит даже один, скажи мне. Ну, да у тебя других статух и так много. Где она, короче, вообще про эти пухи, цветение вот это вот, которое двуручка, там очередь на название специальное. Где? Джойна. Лол. То есть ты его не заберешь, если, ну так, придешь, у тебя будет ЕП новичком, ну, хватать, типа. Мак,
Там нужно очередь становиться. Такое. Понимаю. Кто там релит? Дива. Бёрн, имба бест, ребили. Нет, ну. Иногда совок. А? Совок. Имба бест у них хэрэл? Да. Дима, ну, релит, вы... когда нету Бёрна там или Ребика. А это, у вас там уху с Жанни забивает наручную, не знаешь? Че? Пуху одноручную с Жанни подают, не знаешь? Навряд ли. Говорят, что там очереди на Джайна будут. Нет, ну там типа одноручные пухи, они же не такие востребованы, как двуручные. Ну блин, они же могут и не падать, не забывай. И у нас там рог, ну много, у нас по три роги бывает. И у них там слабые роги на самом деле. Блин, ВВП тоже же хорошая пуха это. Каких-нибудь там про товаров для кого-то. Ну, лазера можешь купить, если цена устроит их. Ну, сколько они предложат, я подумаю. Это, наверное, 25. Так. Продут, нет? 25. По одной ручке. Че ты там, на семечки, что ли, даёшь? Если тебе говорят, что там куча рог ходит, голых. А, это типа, ну ладно. Думал, типа, одноручную, ну. Типа, как за половину, как ГП, вот это вот, поняли, да? Хотя сейчас семечки по цене дешевле пуху одну ручку купить, да? Только. Вот, теперь ты подъехали в семечках. Перепрыгиваем. Разряжайтесь. Уж салфан, блядь, за нами бежу. Где забираешь мату? Ой, стоп, стоп, стоп. Стоп. Че было не было. Да я здесь, как бы, все норм. Да грумплот был бы. Да никто за тебя не волнуется, что тут Тунга переживает. Не знаю, я видел много этих гильдий и паук, они вообще на грумплоте идут, им похуй. Ну блин. О, да. Че ты? Безумно, сейчас помойка. Вообще все осколки залутают. Который за 5к забирал, сука.